Завершился конкурс «Дары природы», который провело для своих читателей интернет-издание «53 новости». В последний, третий день розыгрыша призов удача улыбнулась еще троим новгородцам. С победителями, так удачно сходившими в лес или на рыбалку, пообщалась Ирина Ускова. На этот раз главный приз достался Милане Воробьевой. Девочка принесла на конкурс необычный гриб. Станет ли он победителем номинации, пока неизвестно. А вот счастливый случай уже выбрал юную участницу конкурса. Эта дочка у меня нашла и решила его принести. А ты уже знаешь, какие грибы вообще есть съедобные и несъедобные? На какие? Поганка. Это какой гриб? Съедобный гриб, говорит. Несъедобный гриб. Полина Сергеева в конкурсах участвует редко, но в этот раз решила испытать удачу. Тем более, что за грибами в этом году ходили по два раза на день. И если необычные экземпляры на глаза не попались, зато грибной пятничный улов позволил собрать не только интересную, но и счастливую грибную композицию. В голове просто родилась примерная картинка, примерно представила, что для этого требуется, там, купить, там, что достать, где там в доме взять какие-то подручные материалы. Ну и просто все как-то само собой получилось. Теперь грибы можно будет собирать под музыку. В этом помогут новые беспроводные наушники. А вот обладателя микроволновой печи разыскать не удалось. Ценный приз Анатолия Сысоева продолжает ждать его на Стратилатовской. Тем временем конкурсная комиссия приступает к финальной части. В ближайшее время ей предстоит определить победителей в объявленных номинациях. Теперь начинается работа конкурсной комиссии, в которую войдут представители нашего агентства информационных коммуникаций, 53 новостей. Теперь уже не слепая рука судьбы выбирает победителя, а мы будем определять победителя в 5 номинациях, 3 места в каждой, поэтому призов у нас еще остается много, и мы будем их распределять между победителями. Напомним, что в розыгрыше ценных подарков участвует самая большая хищная и нехищная рыба. Грибной букет, самый необычный и самый большой съедобный гриб. За первое место в каждой номинации конкурсантам вручат 12-й iPhone. За второе место телевизор с диагональю 43 дюйма. А за третье робот-пылесос. Ирина Ускова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.